В каждой веснушке – солнце. Праздник творчества и талантов подарили зрителям участники конкурса «Весенние веснушки». Все они – воспитанники и педагоги семи филиалов Бендерского дворца детского и юношеского творчества. В этом году конкурс посвящен 75-летию Великой Победы и 30-летию Республики. В Бендерском филиале ДДЮТ микрорайона «Северный» сегодня не по-весеннему жарко. На сцене участники конкурса вокально-хореографического искусства «Весенние веснушки». Мастерство и искрометный талант юных артистов зажгли зал. Детям удалось согреть своим теплом зрителей и растопить сердца строгого жюри. Судейство – нелегкая задача. Нужно оценить номера 35 детских коллективов, а это более 80 участников от 5 до 18 лет. Сегодня наши девочки, мальчики, наши воспитанники показали очень хороший результат. Вокальные, хореографические коллективы постарались на славу. Солисты, ансамбли, дуэты и трио. Дети представили все многообразие вокального жанра не хуже взрослых. А в композициях современных народных и эстрадных танцев ожили эпизоды военных лет и мирного времени. Артистам удалось объединить своим талантом зрителей трех поколений бендерчан. Танцами я занимаюсь уже 5 лет. Я буду стараться дальше продолжать этим заниматься, так как мне это очень нравится, и хочу добиться еще больше. Порадовали своими выступлениями и руководители детских коллективов. Они тоже волновались, но на сцене стали настоящими примерами творческого мастерства. Несколько лет назад именно педагоги Бендерского дома детского творчества инициировали этот конкурс. Организаторы уверены, в каждом ребенке есть большой потенциал. Но чтобы достичь высоких результатов, нужно не лениться и развивать свой талант. И тогда получится стать хорошими артистами. Поэтому их ученики хоть и занимают призовые места, останавливаться на достигнутом не собираются. Я очень рада, что мы победили. Мы все очень волновались, но все-таки заняли 1-е место. Всем участникам конкурса вручили дипломы, грамоты, памятные призы. Они станут для них стимулом в подготовке к следующему важному фестивалю – республиканскому конкурсу «Созвездие талантов», который состоится уже в апреле. Елена Леонтьева, Олег Машняга, Бендерское телевидение.